Nissan Skyline известен во всем мире, но продается только в Японии. К тому же в нынешнем поколении седан представляет собой переименованный Infiniti Q50, сохранявший даже логотипы Infiniti, хотя сам бренд на японском рынке не представлен. Рестайлинговый Skyline внешне отдалился от исходника, прибавил 2 сантиметра в длину и, наконец-то, получил правильные эмблемы. В решетку радиатора добавлена V-образная вставка, изменены бамперы, а в задних фонарях появились круглые светодиодные секции в память о характерной особенности Skyline'ов, выпущенных до 2002 года. В салоне обосновался другой руль, доработанная медиасистема Nissan Connect с функцией дистанционного обновления по воздуху и цветной проекционный экран. Однако главной новинкой стал автопилот второго поколения. Система ведет автомобиль по шоссе в пределах одной полосы. Причем водитель даже не обязан держать руки на руле. Впрочем, обязанность следить за обстановкой сохраняется. Камера на передней панели следит за тем, чтобы взгляд водителя был направлен на дорогу. Автопилот пока ставят только на гибридную модификацию — заднюю или полноприводную с атмосферным бензиновым двигателем и электромотором на 50 кВт. Суммарно установка выдает 364 лошадиные силы. А вот начальная, чисто бензиновая версия прибавила почти 100 лошадиных сил, потому что оснащена не мерседесовской двухлитровой турбочетверкой, а собственным трехлитровым V6 с двойным наддувом. Работает он в паре с 7-ступенчатым автоматом и задним приводом. Топовый полноприводный седан оснащается тем же мотором, но форсированным до 400 лошадиных сил. Фактически, это самый мощный Skyline в истории. На японский рынок обновленный Nissan выйдет осенью.